машинка опять ломалась. В субботу уехал с объекта, кое-как машину завел. Вчера позвонил своему грузовому такси, он с утра свободен. Все классно, сейчас еду, забираю деньги, инструменты и на следующий объект везу инструмент, чтобы поставить там. Пока все складывается удачно, успел на первый автобус и на второй автобус, хотя между ними всего лишь 2-3 минуты разница. Все зависит от того, сколько пассажиров. В прошлом году я пару раз опаздывал на второй автобус и приходилось стоять ждать 30 минут. А сейчас время еще хватает, мне можно кофейку купить теперь. Коттеджа еще никого нету, я первый, время еще до хрена. Кофе сюда не помешает, тут ни хрена сегодня не выспался. Толком не спал, не знаю почему, то ли погода, полнолуние же, блин, толком не спал, поэтому такая фигня. Вот уже отделочница пришла обои клеить, первая приходит, я думал, я первый приду, оказывается, нет, я вторым приду. В субботу отсюда я кое-как уехал, не мог машину завести, какая-то фигня непонятная с ней творится, походу компьютер что ли накрылся. Или контакты где-то что-то отходят, непонятно, замыкает. То едет, то не едет вообще. Водитель мой отзвонился. Сказал, что все, уже выехал ко мне. Минут через 20 будет у меня. Ждем. У меня уже все готово. Возле двери инструмент стоит. Так что скоро поедем на следующий объект. Поеду на следующий объект. Я на этом объекте уже был 2 раза. Дважды ставил по 2 двери. Сейчас еще поеду ставить дверь и портал. Вроде как последний раз. Так, ну инструмент я завез. Поднял. Там хозяин ламинат достеливает, чтобы можно было работать. Полкомнаты застелил, полкомнаты еще осталось. Я сейчас поеду в строительный, надо пенки взять. У меня пена кончилась совсем. И завтра поставлю дверьку и портал. И на портал придется там колхозить. Инструменты привез уже на другой объект. Возможно, буду ставить здесь двери. Высота 2,50 проем, по-моему. Ну, 2,40 надо точно, потому что вот 2,05 и там еще... Нет, там еще 40 сантиметров. 2,40, ну, 2,40 двери точно будут, скорее всего. Вот почему-то такие узкие все. 70-ки, что ли, будут. Рулетки нету померить. Там дверька будет. Здесь дверька будет. Походу здесь. Так, 4 дверки и, скорее всего, откосы на входную дверь, наверное, надо будет ставить. Не знаю, двери должны были прийти еще неделю назад, по-моему, или 2 недели назад, еще не пришли. И обещают, что послезавтра. Но у меня машина все равно сломана. Домой не повезешь. Завез сюда инструмент. Даже если двери не придут, будет другой заказ, то проще оттуда забрать, чем грузовой такси гнать в область. В общем, вот так вот сейчас 2 дня выходных. Как раз у меня там есть 2 видео, надо смонтировать и выложить на YouTube. Все, всем пока!